Художник Ульвия Мусаева поделилась на своей странице в социальной сети Facebook прямым эфиром, кадры которого отражают антисанитарную обстановку в одном из районов Азербайджана. В городе Гюйтепе Джалилабадского района около небольшой речки находится мусорная свалка. Видно, что отходы не только разбросаны по всему берегу, но и плавают непосредственно в водоеме. Ульвия Мусаева предположила, что на данной территории отсутствует мусорная станция, и такое происходит не первый год. Она призвала соответствующие госструктуры отреагировать на происходящее и принять соответствующие меры.